Чтобы торт не получился тяжелым или сухим, плотные бисквиты рекомендуют пропитывать специальным сиропом. Делюсь рецептом кофейной пропитки для тортов. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кофейную пропитку для бисквита. Кофе рекомендую использовать зерновой свежемолотый, так пропитка получится ароматнее и вкуснее. Вместо коньяка можно взять ром. Бисквит сразу получается сочным, ароматным и вкусным. Готовится такая пропитка очень просто, но она ощутимо улучшает вкус готового торта. Вода – 200 мл. Сахар – 5 столовые ложек. Ванильный экстракт – 1-2 капель. Кофе – 3 чайных ложки. Коньяк – 2 столовые ложки. Количество порций – 1. Подготовьте все ингредиенты. В кастрюле вскипятите 100 мл. Воды. Растворите в нем сахар. Добавьте ванильный экстракт. Проварите сироп 1-2 минуты. Заварите крепкий эспрессо из 100 мл. Воды и кофе. Остудите. Соедините сироп, эспрессо и коньяк. Кофейная пропитка для бисквита готова, приятного вам аппетита!